Добрый день. Сегодня вот пошли погулять по Праге, ну, недалеко от своего отеля. Вот дошли, у нас вот этот костёл Святого Павла. Такая прикольная скульптура. Везде бабушки, дедушки, собачки выходят гулять. Так вот, вот посидеть, отдохнуть. От нашего отеля где-то метров 400. Ну, так вот, вот люди приходят. У всех самое главное, что дедушки, что бабушки. У них главное, у всех пиво. У них культ пива, я понял. Чехия там. Культ пива. Ну, так вот, вот. Погода сегодня великолепная. Время. Полчетвёртого. Все очень нравится, все очень классно, все. Прага, ну и единственное, что могу сказать, конечно, 4-5 дней, потом уже будете думать, как и куда, и что, и куда этот. Если не пляжный отдых, то, ну, не больше 5 дней. Но это мое субъективное мнение. Так что.